Как настроение, самочувствие? Рассказываем. Хорошее. Хорошее. Добрый. Доброго, приятного вечера. Хорошая, плюс 29. Ну, у нас сегодня где-то 25 тоже было. Жарко так. Неужели тепло начинается? Не очень получила известие, что умерла тетя последней по маминой линии. Прекрасненько. Добрый. 25, жарко, солнце, плюс 7. Так, напомню, кто забыл или кто не знает, свечку зажечь, огонь, в принципе, любой, и воду поставить. Вода будет заряжаться. Но почему-то сегодня вода будет заряжаться на то, чтобы умыться, возможно, тело облить, напить почему-то. Информация идет, что не очень пойдет. Можно, но лучше сделать вот так вот. Умыться, облиться этой водой. Ну и, возможно, побрызгать в квартире, где вы живете, или где вы хотите почистить. Не скажу, что мы, конечно, не будем сегодня на неупокоенные души работать или еще что-то, но хотя бы эманации убрать, приглушить. Вот. Почему-то сегодня интересно, так информация идет. Дождь, годовщина смерти моего мужа, в основном нормально. Антонов, да. Фантомно там вообще костер можно представить, сделать. И начну я, наверное, отвечать на вопросы, которые вы задаете достаточно часто. Один из вопросов. Стоит ли ходить на кладбище, при том, что нет желания и чувствуете себя после похода плохо? Могу сказать, что мое мнение, ну как, мы привыкли, да, с детства ухаживать за могилками, приводить в порядок, приносить туда еду, воду, выпивку, кто-то сигареты, кто-то, насколько я знаю, опять же, по моим родственникам, по линии отца, ну, не скажу, что гулянку, но устраивают, можно сказать, пикник на кладбищах. Приезжают салаты, там, я не знаю, курица зажаренная полностью, все там стол накрывают и садятся, едят. Ну, естественно, сначала уберут, вот, потом вот это вот делают. Сразу скажу, да, я своих предупредила. Если со мной что случится, ну, жалко, у нас крематория нет. А так, просто место, а еще лучше, говорю, рядышком где-нибудь
прикопать и бетоном залить, и забыть. Но опять же, это мое мнение. Почему? Потому что человек, который ушел, ему здесь, в этой жизни, на этой земле, в этом теле, воплощении, уже ничего не надо. Ухаживание за могилкой ему ни в одно место не уперлось, ну реально. Все это больше люди делают для себя. Дорогие оградки, дорогие аксессуары, украшения, поездки. Вот. Тем более с едой. На кладбище что принес, то оставил там. Сам не ешь, не пьешь, потому что он там на самом деле реально специфическая энергетика достаточно. И насколько я знаю с детства, да, птичкам покрошить, там собаки бегают. Ну, водка, естественно, ну, вообще она никуда, ни к чему, никак. Соболезнования. Папа умер. Сегодня 4 дня. Свеча коптит, потому что, да, тема достаточно такая. Добрый. Я тоже за крематорий. А почему бетоном? Ну, сейчас же и плиткой выкладывают, потом через год перекладывают. Есть такие люди, которые могилы разоряют, оградки вывозят, плитку снимают. Что заморачиваться? Бетоном. Все. В России крематория разожжена. Замечательно. Да. Ну, надеюсь, что есть. Да, чтоб не ходили колдовать. Мы уже эту тему по карме рода затрагивали. Очень темная энергетика, опять же, для, смотря для кого. Когда вот мы ходили, убирались, буквально это несколько лет назад было, очень много можно информации по своим снять. Вот. Теперь маму открываю. Угу, добрый. Месяц болела. Надюш, значит, что-то зацепило. Что-то зацепило такое, не очень хорошее, защиту включаю. Мы когда пошли, ну, это, может быть, кому-то неприятно будет, но сейчас немножко еще тоже расскажу, да, чтобы вам было понятнее, насколько я это все воспринимаю и вообще, в принципе, как все вот это вот происходит. Когда у нас отец тоже умер, это было лет 6 назад лишним. На следующий день мама: Наталья, поедем на кладбище. Зачем? Похоронили все. Зачем туда переться? Покормить. Я так на нее смотрю, на отца смотрю, который здесь стоит, фантом. Еще не ушел дух. Я говорю, извините, зачем туда ехать, когда он здесь? Смысл? Там ничего вот реально не осталось. Там, ну, грубо, мешок с костями, все. Дух, душа уже ушли. Опять же, это нужно для живых людей. То, что вот они делают какие-то обряды, что-то там ездят, суетятся. Ну и что, они поехали? Я не поехала. Они поехали. Отец потащился за ними туда. Потом вернулся обратно вместе с ними. И только потом как бы сели здесь. Ну, поминать. Поминать — это же не еда. Это поминание добрым словом. Я помню... Опять же, моя ситуация. В частном доме жила, и у нас там вот эти алкаши ходили. И один у меня курей попер. Зараза. Вот. Через какое-то время помер под забором. А я вот настолько мне вот эту вот душу запала, так я была возмущена вот этим вот.
И как только не вспомню его, так костерю. Как вспомню, так костерю. Через какое-то время снится мне сон. Кто-то звонит в ворота. Я подхожу, открываю, он стоит. Наталья, ну, прости меня. Ну, что уж меня так постоянно. Мне, говорит, покоя нет. После этого я перестала, конечно, это делать. Потому что, естественно, вот эти вот воспоминания тревожат ушедших. Почему? Конечно, горе, я понимаю, и все мы через это проходим. Горе, да. Но, опять же, просто нужно в тот момент, когда горе, конечно, очень тяжело понять, принять, но, тем не менее, должны знать в уме, в сознании, в подсознании, что у каждого человека свой жизненный путь по длине, у каждого человека своя судьба. Каждый человек заканчивает свою жизнь практически все в положенное время. Исключение составляют только тогда, когда близкие за счет своих жизненных сил вытаскивают или мужа, жену, родителей. Тоже, опять же, я прекрасно понимаю, но этого нельзя делать. Потому что те люди, которые вовремя не ушли, они мучаются. Мучаются страшно. Угу, хорошо, Сабина. Ну и вот тот момент. Опять же, на кладбище убирались, когда у деда, у дедушки у нашего. Насколько я помню, да, памятник в ногах, по-моему, ставится. В ногах, и там табличка, фотография. Я скайп еще не включала. Фотография. И вот мама стоит, и этой фотографии все рассказывает. И вот знаете как? Рассказывает, как будто отвечает около доски, но не знает урока. Я сижу, подхихикиваю. Мама на меня косится. Она говорит, что? Я говорю, мам, ну, они, в принципе, и так все знают, что происходит у нас. Это, во-первых, во-вторых, говорю, ты не туда смотришь, вот сюда смотри. Вот, вот так вот. Потом дальше пошли к бабушке. Кто с нами проходил последние две кармы рода, да, я уже говорила, я заостряла на этой теме внимание. Но на тот момент, пока как бы вот той информации, которую я давала на курсе, не было. Но я ее знала в отношении бабушки. Она делала маме порчу, ну, практически насмерть. Когда она была беременная мной. Ну и как бы у меня вроде бы с ней хорошие отношения, все, она меня любила, первая внучка. И тут пошла информация, и бабушка вот эта, вот, опять же, ее фантом, считается, что в родительский день души, высшее я спускается, чтобы услышать от родственников, там, я не знаю, знакомых, друзей, что-то хорошее, чтобы подпитать энергией себя. Вот. И тут как-то меня приподняло и стукнуло, ей как выдало. Бежала по кладбищу за мной, просила прощения. Вот. Она из колдуней. Если, ну а у нас у всех есть колдуны в роду. И одно дело, если это близкие, которые, в принципе, могут осознать и как-то уже даже после своего ухода что-то сделать, переделать, то 10, 15, 20 поколений мы, по сути, для них никто. Поэтому тут надо жестче гораздо работать. Вот. Есть ситуации,
когда на кладбище вы не можете найти чью-то могилу своих близких, но не можете найти. О чем это говорит? О том, что или они переродились, потому что кладбище у нас в разнобой, запутанные, вот, или они переродились, или они не хотят, чтобы их тревожили. Поэтому долго искать, и вот это вот напряжение, опять же, на них. Не нужно этого делать. Приснилась эта квартира, где я живу, за которой я ухаживала, дочери, она не снится. Ну, потому что там живешь, это ее территория. Вот, поработай еще почисти. Вот такие моменты. Когда горе происходит, опять же, да, мы себя не контролируем. Вот, но потом позже желательно взять себя в руки. Почему? Потому что ну, человек прожил свою жизнь, сделал в этой жизни все, что нужно было, и ушел. Ну, все мы там будем. Когда очень долго, очень часто люди горюют, плачут, ездят на кладбище. Что происходит? Тревожат души и дух усопших. Это не есть хорошо. Вот представьте, да, что вы спите. Спите, никого не трогаете, хотите отдохнуть. Бабах вам на голову ведро холодной воды. Вы подскакиваете в непонятках, состояние естественно. Ну, опять легли поспать. И вот так в течение, ну, я грубо говорю, да, примерно, в течение ночи 100 раз вас разбудили ведром холодной воды. И вот эти вот эманации горя. Топите просто своих родственников. Не нужно этого делать. Это малая часть. Такими действиями когда вы не хотите себя восстанавливать, не хотите себя перебарывать. Я просто знаю, вот очень яркий пример у меня есть. У женщины убили сына, уже взрослого, 20, грубо говоря, 24-25 лет было. Старшая дочь еще есть. Это, ну, прошло уже много лет. Она все это время горюет. Горюет и просится к нему, не понимая того, что, ну, во-первых, некротику она себе сразу забабахала. Некротика – это связь с мертвым миром, это обалденный отток энергии идет, это сущности мертвого мира, это, ну, практически она привязала покойника к себе. Достаточно такая нехорошая программа. Вот. При всем при этом она не думает, не подумала ни разу о дочери и о внучке, потому что эту программу она тянет на них. Они хотят, чтобы она, естественно, жила, чтобы она как бы радовалась за внучку, что-то там происходит. Нет, уперлась. Некротика. Некротика достаточно такая серьезная, нехорошая программа. Убрать ее, ну, не скажу, что легко, можно, но долго нужно работать.
Молодец. Через год бабку свою не нашла, перестала, поняла, что не надо. Было давно. Зарастут же могилы. Вера, личное дело каждого. Личное дело каждого. Вот за границей, да, очень хорошо. Кладбищенский смотритель ходит, ухаживает, плачешь просто и все. Рядом с могилой мамы убираем чужую могилу, за которой никто не ухаживает. Правильно ли это? Но я бы этого не делала. Это лишняя работа и никому не нужная. Вы хотите сделать кому-то хорошо. Этого человека, который лежит там, уже нет. Ему на это начихать с высокой колокольни. Вы делаете дополнительную работу. А сколько таких могилок по кладбищам? Все же не сделаете. И по сути это, я не знаю, или государство, или кто за кладбище отвечает. Мне кажется, что это они должны что-то делать, правильно? Но это просто пустой труд. Вот. Неделю назад мужу снился отец покойный, во сне отец злился на сына мужа, от злости был красный, потом оранжевый стал, хотел сына мужа моего ударить. Галь, не сниму сейчас информацию. Не буду отвлекаться. Было такое, мужа не могла найти. Может, через год после похорон. И в этом году мы с детьми не пошли, хотя мы прекрасно знали, где он. Прошли раз пять. Вот есть такое, да, реально, глаза отводят по одному и тому же месту. Знаешь, какие рядом опознаватели, что есть. И крутишься. Все, нужно, да, человека в покое оставить. То, что мы делаем на кладбище, это мы делаем для себя. Как привыкли, как нас учили. Вот. Ну, у меня немножко другое мышление, и я вижу, что происходит. Мне вот в этом отношении проще. А так, ради Бога, делайте, как хотите. Я просто озвучиваю свое видение ситуации, что происходит. Еще один момент. Тоже меня часто спрашивают, как, что в церквях за здравие, за упокой мы ставим, да? Есть даже те, кого какие-то наши родственники, да, в детстве. Это же было сколько лет назад, в нашем детстве они умерли. И мы до сих пор, попадая в церковь, да, пишем за упокой. Сколько лет назад? 40, 50, 60, 70, 80 лет назад померли, да? А вот представьте, сейчас перерождение происходит достаточно быстро. Душа уже воплотилась в человечка, в ребенка. А мы ходим и ставим свечи за упокой. Что с душой этого ребенка происходит? Вот просто подумайте, да, как его корежит, как ему плохо, насколько он болеет, и какой потом человек вырастает, некротика привязанная. Поэтому, ну, лучше 1000 раз подумайте, прежде чем это сделать. Перерождения, насколько часто они происходят, у них сроки разные. Тут не угадаешь, если только конкретно информацию снимать. Бывает, человек уже через год переродился. Ну и так далее, там 5, 10, 20, 40. Кто-то через 200 лет переродится. Тут не угадаешь, поэтому, ну, тут уже все, ну, поскольку вы уже знаете, тут уже это остается на вашей совести.
Вот я не люблю на кладбище ходить с детства. У меня протест, непринятие родительского дня, обязаловка. Угу. Нет там уже кого похоронили, многие переродились уже. Сон мне снился, вижу бабушку, под глазом синяк, сын ее говорит, мы не будем приглашать, у нас денег нет, скоро будет бабушке год как нет, почему видела ее синяком. Жень, честно не знаю. Я говорю, я сейчас просто не буду информацию снимать. Быстро она не идет, а так вот из потока выбиваться. Я не могла найти могилу бабушки с тетками, хотя от родительской лежат метров 30 через дорогу. Как раз то, что я говорила. Мой муж сказал, чтобы его на кладбище не тащили, развеяли пепел над Рейном. Так у него же имя другое, мы на имя ставим, а душа-то одна. Воплощение. Очень интересная информация по поводу заупокоения. Это у меня просто как-то спросили, я сама на эту тему не думала. Меня спросили, я начала снимать информацию. И все. Больше я этого не делаю. Опять сердце иголочкой штриканули, так же, как у тебя. Нападение, чистка. Не отдают прах без подтверждения места захоронения. Бред. Можно, в принципе, если человек хочет вывернуться. На эту тему я как-то особо не думала, не сталкивались. Вот так вот, девчонки, мальчишки, столкнулись. Как же воины, которые пропали без вести? Их души как же? Сегодня мы будем на практике делать, накрываем стол предкам. Не скажу, что род их принимает с распростертыми объятиями почему-то. Ну вот, мы приглашаем всех. Почему тогда считается, что если потеряны, если не знаешь, где твои предки похоронены, ну это, ну честно, да, если разбираться, то это дичь. Чистая дичь. Где наши предки похоронены? Я уже говорила, да? Пятое, десятое колено. Мы понятия не имеем, где. Представления ни малейшего не имеем, где они похоронены, как, что с ними. То же самое. Как мы накрываем столы, если они перевоплотились? Для кого? После смерти. Идет разделение. Высшее я уходит наверх, ну, более чистое, легкое, правильное, праведное. Низшее я уходит вниз, там разделение дофигища идет. Часть остается как предок в роду. И другая часть уходит на перерождение. Душа. Вот представьте, да, вот у нас род. Наше воплощение, мы можем у себя же в роду быть каким-то своим предком. Пра-пра-пра-пра-пра дедушкой или пра-пра-пра-пра-пра бабушкой. Тут без пол-литра не разберешься. Дядя, который пропал без вести, сказал, чтобы его не искали, все равно не найдут. За столом сидит, да. Мы тогда его от проволоки освобождали на одной
Из практик «Стол предкам». Вот очень хорошо работать на тонком плане с энергиями. Вот. И возвращаясь к некротике, так, мне ссылку не сделали, 13 числа будет сессия по снятию некротики на тонком плане и на физике. Это и здоровье. В основном страдает поджелудочная железа. Проблемы с поджелудочной железой или некротика, или практически порча насмерть. Да что ж так спать тянет? Ну, Ирин, во-первых, время, да, во-вторых, в любом случае, я хоть и не озвучиваю, да, я энергиями работаю. В любом случае происходит чистка, происходит понимание чего-то там. Возможно, сейчас что-то не поняли. Завтра утром проснетесь и ага, вот оказывается, так надо, а не иначе. Кто-то, может быть, через 10 лет для него это станет ясным, понятным. Ну, кто-то, может быть, это отринет и в одно ухо влетело, в другое вылетело. Потому что, ну, мнений много у людей. Одно занятие или несколько, одно. 13 числа в 21, в 20 часов будет сессия. Потом дальше сами будете по записи работать. Вот. Так вот как-то. Вроде бы рассказала. Что-то еще какие-то вопросы есть? Нет, практику будем делать. Очень болит спина на уровне лопаток после посещения сегодня кладбища. Ну вот, конечно, те, кто занимается энергиями, да, кто не занимается, можно просто элементарно вокруг себя защиту представить для хождения по кладбищам. У кого есть энергии, на защиту открывать. Не есть, не пить, ну, нежелательно, потому что там все мертвое. Перетерпеть можно, в принципе, не страшно, но поскольку сейчас все это, да, ну, нужно подчистить себя. Фантомной рукой там не на уровне лопаток, а внизу лопаток свет. Внизу лопаток, тут не могу понять, справа от позвоночника или слева. Выдернуть фиговину, которая там торчит. Просто. Да, есть такое. Некоторые еще на кладбище начинают прям голосить над могилкой, хотя человек ушел давно. Ну, это концерт, это концерт. На кладбище не хожу, года 3, не тянет, а кого туда подтянет. Вот тут уж удовольствие. Точно забыла, защиту не поставила. Да. Ссылку дали на 13-е? Нет, не дали. Мне тоже не дали ее. Ссылку нету у меня, я вам не дам. Попозже напишут, девчата, завтра уже напишут. Нас такие богатые памятники ставят для кого-то. У нас тоже так же. Точно торчит что-то слева, вытаскиваю. Молодец. Там что-то еще следом полезло. Дальше вытаскиваем. И на кладбище почему-то спокойно и легко. Мне тоже. Я абсолютно спокойно. Ну, я привыкла работать с энергиями. У меня, я говорю, у меня все всегда на автомате. Я очень четко реагирую на окружающее пространство. Я единственная, вот когда
проходила обучение космоэнергетики в школе у нас в Семипалатинске. Народу там много, ну, в разное время, кто-то отучился, кто-то только начал или где-то в середине. И все знали, что поскольку работаешь с энергиями, чувствительность повышенная по-любому. Мы друг другу на похороны, ну, кто-то, если из родственников, не ходили, потому что очень тяжело. Нереально тяжело. Не потому что кладбище, а потому что эманации, эмоции, горя. Обалденного горя, которое давит невозможно. Вот не ходили мы, не ходили. Ну и сейчас там остались, тоже этого не делают. На поминки где-то там еще потом придут, а так нет, на кладбище вот в этот момент. Это все, это практически, ну, грубо говоря, не хоронить нас всех, но в лёжку на несколько недель мы бы слегли, потому что нереально, нереально тяжело. Особенно энергетам, потому что мы ощущаем мир, природу немного по-другому, гораздо четче. А так вот сходить, я говорю, я себя прекрасно чувствую, потому что я пришла, закрылась, что-то мне надо узнала, что-то еще сделала, вот, подчистила, как-то информацию сняла, после этого начала защиту на могилке своих ставить, потому что по кладбищам очень часто ходят, да, или приворот делают на кладбище. Или наоборот, порчу скидывают, да? Вот то, как к биоэнергетам ходил, знает. Ищут или определенную дату, или имя. Я как-то раз просто пришла, увидела, давай все вычищать, после этого я ставлю защиту. Вот. Сейчас ожога, раньше не было. Ну, что-то, видимо, может быть, в моих словах не нравится. Не перевариваешь. Спокойно хожу на кладбище. Всегда разговариваю с отцом. Угу. Тоже люблю. Успела только к концу. Ну, мы сейчас практику еще будем делать. Поэтому. Энергиями. Все энергиями работаем. Все энергиями. Не нужно велосипед изобретать. Как мы для себя защиту ставим, как с родом работали, народ защиту ставили, народ на себя, точно так же на могилке. Ну и все, без заморочек. Что, как? Энергии много у нас. Вопросы не закончились или закончились? Еще раз напоминаю, 13 числа. В 20 часов по Москве энергетическая сессия по снятию некротики на тонком плане и на физике. Цена 500 рублей. Помогите, не пойму, что за боль, кто присосался. Так, делаем энергетический разрез побольше. И вытаскиваем ту фиговину, которая там сидит. Иногда у нас происходит такое, кажется, что вот ну, все плохо, да, кто-то что-то сделал, или какая-то сущность перескочила. Но иногда это происходит для того, чтобы вытащить, чтобы легче, быстрее вышло то, что сидит в нас. Ну, в нас, извините, говна много накоплено. За прожитые годы, за прожитые жизни,
Вот, видимо, нужно. Там выход хороший идет. Луч свободы. Луч свободы – это энергия открывает порталы для сущностей в те измерения, пространства, в которые ей нужно уйти. 13 в 20 по Москве энергосессия «Некротика» 500 рублей. Когда на кладбище защиту, не на кладбище, на могилке. Туда не лезьте, только чисто свое. Когда хотите, когда считаете нужным. Еще один интересный момент. Ну, кто-то часто на кладбище ходит. Просто настройтесь, да, и почувствуйте энергетику. Границы, на могилку защиту ставить, да. Вот прям, вот реальное ощущение, как будто сквозь пленочку проходишь. Граница кладбища до и после. Энергетика, ну, вот абсолютно разная. Вот абсолютно. Не скажу, что плохая, она другая. Не нужно воспринимать изначально, что там зло. Ну как зло, там наши родственники лежат, с одной стороны. А с другой стороны, энергетика мертвая. Плюс еще ходят, корчи снимают или делают. На могилку, да, защиту ставить, не на кладбище. Туда вообще не лезть. Там такой эгрегор, что, прости господи, аккуратненько. Сейчас еще момент заострю, тоже я рассказывала, кто-то слышал, не слышал, была у меня знакомая. В 20 Москвы, 13-го. Я хорошо, я абсолютно равнодушно отношусь к ягодам, фруктам, огурцы, там, помидоры. Ну, абсолютно равнодушно. Ну, можно сказать, я абсолютно равнодушна к еде, кроме мяса. Вот. Пришла в гости, ну, решила меня она угостить, там, то ли малинку, то ли клубничку, то ли там яблочки какие-то. Ну, я не помню уже, не суть, важно. Я говорю, не хочу, там ребятишки пусть едят. Ну, и вот она, ну, вот у нас какой урожай хороший. Вот правильно удобряем мы, потому что... Я так не, ну, мне просто интересно стало. Я тоже родилась в своем доме, да, всю жизнь на огороде, там, куры, картошка, все такое, поливка, удобрения, там вот эти вот навозные кучи делаешь. Там что там такого интересного, какие там секреты еще? Я говорю, а что-то такое, ну как, что? Ну как, вот, у нас лишние котята рождаются, там, щенки. Мы, говорит, их топим, и, говорит, под это, под деревьями, под кустами закапываем. Мне стало плохо, реально. Я говорю, что делаешь? Кладбище, кладбище у себя на огороде устроить. Ужас, ужас, это не то слово. Я просто в шоке. Насколько я знаю, да, мы привыкли. Дворовая собака умирает, да. Ну, кошки, они обычно уходят, но всякое бывает. Их берешь, уносишь там, я не знаю, на околицу, где вообще ничего не растет. Там, если лесок, там, что, туда, там закапываешь. Ну, пусть тема кому-то может быть, ну, в принципе, оно так и есть. А тут у себя, для себя, кладбище из этого есть. Ну, естественно, там... А у нас, говорит, у нас в семье, у нас это по роду идет. Ну, а там по роду идет и, приближаясь где-то, начиная с 40 лет, у них с головой не все в порядке. Давление, опухоли, в общем, и судьба, если прослеживать. Я говорю, ты посмотри, вот что происходит.
на даче в лесочке кладбище отдельно. Ну, не грядки на этом, правильно делать, ставить. Вопрос. Что насчет святых мощей? Честно, не знаю. Но я к ним прикасаться не целовать не буду. В любом случае, это мертвая плоть. Что, как, где. Ну, это во-первых. Во-вторых, ну, кто поручится, что на самом деле это святые мощи, а не что-то еще. Я такой человек, что если мне информация не придет, что да, вот так вот нужно сделать, я этого делать не буду. Плюс, ну, извините, попам я не верю. Реально, я им не верю. Бог должен быть в душе, а не в церкви. Я говорю, вот в эту церковь, прости Господи, зайдешь здоровый, выйдешь больной. Но нигде, нигде, даже на кладбище столько гадостей, порч не делается, как в церкви. Клякса черная вышла, стало легче. Ну, молодец. Ставлю себе защиту. Клякса, лень моя. Не-не-не. Там... Нет, не лень. Там какая-то программа не очень хорошая вышла. По сути, лень – это недостаток энергии жизненной. У меня знакомая поливала водой с кровью, с мяса, например, мороженого. Хорошо растут цветы, да-да-да. До сих пор жуть. Ты ж, ну, согласна. Все иконы лобзаю. Ну, вот и я. Фу. Правило, Миранга закопал, получил обратку. Интересная информация про лень, буду знать. Угу. Ну, да. Я родилась, вот, например, такая, да, меня всегда тыркали тем, что я ленивая. Я не была ленивой, я делала в силу своих возможностей. Значит, ну, сколько я себя помню, да, физически я работаю медленно, ну, тщательно, но медленно. И если я села, то не потому, что мне лень что-то делать, а потому, что я на самом деле устала. Но, сами понимаете, советское воспитание, тогда в это не вдавались, ничего не знали. Да? Лень – это недостаток энергии. Да, его можно накачать, можно восстановить, но если по судьбе, программой, вот заложено, но не могу я больше сделать, я физически просто не работаю. И вот у меня лично я могу заниматься только каким-то одним делом. Одновременно готовить и убираться я не могу. Есть люди, которые могут делать одновременно 10 дел. Я нет, я не могу так. Или работать, вот, например, как я, да, как целитель, и вязать. Я не могу. Раздвоение личности у меня, конечно, это запросто, у меня мозги работают хорошо, но у меня энергии не хватает на это. Поэтому я предпочитаю делать свою работу, всю остальную работу пусть делают те, кто делает лучше. Почему бы не дать кому-то другому заработать, правильно? И мне говорили, что я ленива, недостаток энергии. Рыбьи головы в корне цветов. Ну, костная мука. Угу. Из костей тоже из любых делают. Но там уже как бы плоти нет, да, и ну, рыба у нас немножко по-другому воспринимается. Для здоровья. Как узнать лень в программе? Есть или нет, да, я так поняла. Ну, по сути, лени как таковой нет.
есть апатия, есть желание заняться чем-то другим, да, например, вот, ну, в компьютере посидеть или почитать, или депрессия, или эгоизм. Ну, когда ушел в себя, вернусь не скоро. На здоровье. Лени практически как таковой нет. Есть недостаток энергии. Или по жизни, или, например, в данный момент. Есть просто люди, которые любят жить за счет кого-то, за счет чего-то. Лениться иногда полезно и приятно. Вот абсолютно верно. Может, это с возрастом лень? Нет. С возрастом вот как раз энергия убывает. Хочется меньше шевелиться. Как вот, ну, насколько я слышу, слушаю, да? Ну вот, всю жизнь работала, теперь можно и отдохнуть. Посидеть. Работа никуда не убежит. Сделаю чуть попозже или завтра, там, или внуки придут, сделают. Просто уже реально человек не понимает, но начинает более-менее реально оценивать свои силы и возможности. Вот так вот. Ну, я так понимаю, что с этой темой мы закончили. Сделаем практику. Что же это моя авторская практика? Года 3-4, наверное, назад она ко мне пришла, информация. Пришла она как? Ну, мы привыкли, да, поминать родителей, родственников, стол накрывать. И как раз вот это было в родительский день. Опять же, я привыкла, снимаю информацию, что-то спрашиваю, если мне непонятно, смотрю, как идет работа, что происходит на тонком плане. Мы-то сидим, едим, а наши усопшие, они стоят и облизываются. А я так подумала, почему бы чисто энергетически им стол не накрыть. Ведь если есть род, да, можно делать без разницы. После 12 у меня тоже почти час уже. Если есть род, если мы с ним общаемся, если мы что-то просим у них, если мы с ними работаем, ну, значит, они есть. Так почему бы им стол не поставить, не накрыть, правильно? Ну, чисто логически. И что было интересное, да, вот обратите внимание, те, кто будет делать практику первый раз, как бы мы хорошо за могилками не ухаживали, в церкви свечки за упокой ставили, да, я просто была в шоке от увиденного, не только я. Когда вот человек первый раз практику делает, приходят предки усопшие, да, все худые, грустные, грязные и оборванные. Как ни странно. На голову давить начинает. Тоже 12. У нас час. У нас с Москвой 3 часа разница. Вот, давайте откроем канал «Мама» и представим пространство, поле, берег реки, озера, моря, океана, ручья, водоемка, как вам что больше нравится. Вдалеке лес. На поляне стоит стол. Длинный, очень длинный стол, потому что предков у нас очень много. Мы сейчас делаем по предкам.
Ну, можно даже не по предкам, можно сделать, можно один стол сделать по предкам, да, другой по родственникам. Или потом отдельно, как хотите. Я сейчас просто буду ориентироваться на предков. На столе всевозможная еда. Наше время 100 лет назад, 5 веков назад, 10 веков назад. Какая еда должна там, пусть она стоит. Еда, мясо, каши, кисели, компоты, фанта. Где-то с краешку, возможно, ну, пусть сигаретами побалуются, чисто энергетически. Будочки поставить. За редким исключением, кто-то, ну, бывает, выбивает. А так практически нет. Пусть стоит. Нам что, жалко, что ли? Всех за один стол своих рядом сажаю. Ну, кто как делает. А, в принципе, роли особо не играет. Но дело в том, что сейчас будет команда только по предкам. Почему? Потому что под видом предков, даже если мы их не знаем, да, без разницы, пытаются пробраться в сущности различные, энергетические, вампиристые. Рот тоже нужно чистить от таких, потому что тянут сосуд с рода, соответственно, с нас. Задыхаюсь, трудно дышать. Почему? Четвертую чакру лепестками, цветочком открыли. И почистили. И теперь вперед меня бежать не нужно. Делать нужно только под мой голос, под мои слова. Морозит. Подходят, садятся наши предки, только наши предки. По левую руку от нас предки по роду матери. Так проще действительно работать. По правую руку предки по роду отца. Угу. Я тоже, у меня глаза начали закрываться. Только наши предки. Сразу ставим защиту на себя отдельно и отдельно на род. Звезда Архангела, венец Творца, золотая сталь. Два потока. Ну и я, естественно, на вас, на всех открываю. У кого нет. Подходят, садятся. Изгнанные из рода, проклятые родом, пропавшие без вести. Защита стоит. Через защиту пройдут конкретно только ваши предки. Огонь Божий, божественный шквал огня. Утопленники. Самоубийцы. Только наши предки. Все посторонние или не могут пройти, или сгорают. Оружие я тоже открыла. Нос чешется, не могу. Выпью водки. Очень давит виски. Так, выпивки. Нос чешется, да. Виски. Мы представили, что там пробка, да? Раз. Зацепили, намотали, дернули, выдернули пробки. Нерожденные детки – это немного другая тема. Это не предки.
Это другие, и там тема немножко другая. Защитная, некоторая аж черная злость, да, я поэтому быстренько тут задыхаться начали девушки, я тут быстро начала защиту, потому что вперед паровоза бегут, и оружие открыла. Теперь мамочка наша там полгода. Сопли со слезами перемешались. Вот, подходят, садятся, угощаются. Некомфортно сидеть, все тело, встань, попрыгай. Неоновый бром, да, можно добавить. Ну, заодно и рот почистится. Вы, естественно, на расстоянии. Сразу предупрежу, ради бога, ничего никогда не брать. Что вам дают? Потому что я сталкивалась уже с этим не один раз. Некоторые особо умные, хитромудрые товарищи могут пытаться, все, кто присутствует в комнате, полностью на комнату открыта, под видом подарка пытаются подсунуть свои неотработанные программы. На тебе, родная. Вперед из песни, паши на мое благо. Нет. Я принимаю только то, что мне на благо. Подарок вам подарили. Сдачу в магазине дали. Я мысленно про себя. Я принимаю только то, что мне на благо. В груди давит. Четвертую чакру открываем. У меня все веселые, когда даже на баяне играют. Им хорошо, улыбаются почти все хорошо. Желудок давит. На берегу водоема стоит банька. Надюш, энергии открыты полностью на комнату. Полностью. Поэтому только вы зашли, вы уже под энергиями. Давайте откроем карма рода. Это из хутты. Энергия. Чистит, защищает, разборки наводит. Мне хотели подарок подарить, я открыла крылья ангела на защиту. Молодец. И давайте откроем трансформация кармы. Этот канал трансформирует негативные воздействия рода во что-то приличное или обрывает связи. С мытарями, неупокоенными душами. Работает на защиту. Вот. Банька. В этой баньке не моются, там греются. Кому нужно, пусть предки идут туда погреются, что нужно. Накинулись на еду, как с голодовки. Некоторые уже пьяненькие в обнимку в баню поковыляли. Я ничего не вижу. Мария тут на самом деле мало кто видит. Это просто пишут в основном те, кто это делал, эту практику уже знает, что ждать. И информацию снимают. Шатает. У меня тоже голова раз так поплыла немножко. Баню пришлось расширить много желающих.
Новенькие в основном слушают. Информацию воспринимают или не воспринимают. На самом деле видящих, ну, очень мало. Больше в основном тех, кто снимает информацию. Ну, Надюш, я говорю, мы уже пятое поколение свое не знаем. Конкретно. Так что, что удивляться? Защита стоит. В этом году. В том году делали хуже было. Была драка. В этот раз спокойно. Угу. Если кто-то, да, вот Женя, хорошо, что написала. Если кто-то из предков попытается на вас поднять голос, руку или кипиш там устроить, стесняться не нужно. Образно барюшку здоровую и в лобешник настучать. Тем более, если на вас пытаются наехать. Кто вы такие, чтобы мне указывать? Сидите ровно, пока вас не спросили. Тоже шатает, начали болеть десна. Пылесосиком энергетическим прошлись по деснам. За моим столом все замученные. Ну, в разное состояние, в зависимости от того, что происходит. Но вот последние два курса я начала проводить работу совсем по-другому, потому что информация пошла. Насколько наш род, наши предки нас используют, ничего не давая взамен. Наоборот, выезжая на таких рабочих лошадках, как мы. Мои прям много побежали в баньку. До здоровья. Голову давит справа, подташнивает. В прошлом году я делала эту практику. Можно ее чаще делать. Желательно под энергиями или в записи. В области третьей чакры какие-то волнения. Вижу нити, канаты в сторону предков. До них не доходят. Свет, о чем это говорит? О том, что вы пытаетесь им что-то дать. Забудьте. Забудьте вообще про то, что кому-то чего-то дать. Все ваше личное внутри, это ваше. Даже детям оно не принадлежит. Категорически. Не надо душу вкладывать туда. Нет. Нельзя этого делать. Ты сами по доброй воле. Ну, мы все так делали. Я просто сейчас объясняю, да, через что уже я прошла, что и просмотрела, какая информация. Свое нельзя отдавать вообще, тем более свою энергию, свое прям желание. Нам кажется, ах, род, он нам желает все хорошее. Да. У меня сегодня наломила левая рука. Постряхивайте. У меня мама сегодня. Значит, ей рассказали, что там можно, что нельзя делать. Но я часть мимо ушей пропустила, потому что мне это неинтересно, там как в церковь сходить, что сделать, что там есть нельзя. Я говорю, ну, я вообще-то это вам давно пытаюсь объяснить, донести, но благодарю, мое при мне, да, молодец. Вот, ну, нет пророка в своем отечестве. Ладно. Потом вот мне дали хорошую молитву за род. Поработать. Я говорю, мама, даже не вздумай. Говорю, не суйся. Говорю, у вас, говорю, есть я разберусь. Ну и так далее, тому подобное. Мама, ты что орешь на меня? Я говорю, я
Говорю, на этот рот еще бы, говорю, и не так орала. Я говорю, я их тут строю, и она говорит, не ори, успокойся. У меня вот реально настолько столько информации вылезло, что они делают и что там на самом деле происходит, что у меня эмоции зашкаливают. Нереально зашкаливают. Вот она говорит, что говорит, разоралась. Так. Повеяло холодом. Энергии работают, а трансформация идет, чистка идет по-любому. Это отдельный стол. Это отдельный, пока вот мы работаем конкретно, направленно, чтобы не путаться, да, чтобы лишних не было, я лишних не пускала просто. Чтобы вы это запомнили. А потом отдельно накрываете всех тех, кого вы знаете, отдельно. Опять же, защиту. И чтобы установку, чтобы под видом ваших знакомых не пролезли сущности, которые вытягивают энергию с рода, с вас, соответственно, через вот этих вот покойников. Жарко стало, ноги потяжелели. Люди по-разному реагируют на практики, на энергии. У кого-то абсолютно разные ситуации прорабатываются. Даже 10 человек может быть, и ну, практически у каждого разная реакция. Вот так вот. Все, помянули, сделали им хорошо, нам хорошо, ну, свою работу выполнили, выполнили хорошо, возвращаемся. Я здесь и сейчас. Предки остаются на своем месте, на своем уровне. Как самочувствие? Что так стоит? Когда надо будет, он исчезнет. Может, они там еще хотят посидеть, покушать, погулять в бане, погреться. Нас уже там не касается. Что? Очень спокойно, нормалек. Что-то я не доделала. Ну, какую-нибудь энергию на себя открой. Там что-то выйти должно. Придавила третью и вторую. Мокрая голову ломит. Легко на душе, радость за предков. Нормально, на здоровье. Левая сторона головы начала... Боль. Угу, пробку сдергиваем. Давит на голову, болит желудок. Пусть выходит. Эта чистка может начаться. Потому что под энергиями все может быть. Это очень хорошо. Хорошо, чувствую спокойствие и гармонию. Благодарю, голова разрывает голову, открываем пылесосы, тут несколько пылесосов туда запихиваем, энергетических. И чистим. Задремало, ну ладно, хорошо, жарко, стало легче, немного между лопатками тянет. На здоровье, немножко в конце придремнуло, ну, чудесно просто. В этот раз увидела чужих, которые... Паслись стоять после того, как я их пригласила, своих предков. Та не поняла. Давит грудь, плечо. Убирать. Прям рукой берите и выкидывайте.
Засыпаю на здоровье. Рука левая онемела. Стряхнуть, стряхнуть, убрать, выкинуть. На здоровье, на здоровье, на здоровье. Да, на себя можно. Вот, Маргарита. Угу, молодец. Давайте откроем Илья Муромец. Энергию. Как раз земная космическая энергия и очень хорошо напитывает себя, нас энергией. Правая сторона головы, глаз давит, подташнивает. Угу. Вот та водичка, которая у нас заряжалась. Умойтесь, ополоснитесь ей, побрызгайте по помещению. На здоровье. Пространство подчистить. Вещи умерших хранить не нужно дома. Фотографии вывешивать не нужно. Но я так надеюсь, что вы все это все знаете. На здоровье. Понимаем. Ну, вроде бы все. Все рассказала. И на работу взять, побрызгать помещение. Здоровье. Ну, если так хочешь. Водичка мягкая, шелковая, да, стала. А я обычно после зарядки. Угу. Радость, что накормил предков. На здоровье. Это можно делать так, как когда вы захотите. Но желательно, конечно, это делать под запись. Потому что энергии работают. И там защита работает. Ну и чистка. Вода неприятная, да, в стакане. Тогда только побрызгать. Или если вот она реально совсем неприятная, тогда лучше вылить. Потом в записи, это значит, она собрала с пространства, вытянула в себя. Лучше вылить такой, если запах, вылить в записи, потом зарядишь и так сделать. Вот хорошо, что написала, то, может быть, кто-то не знает, и такой водой бы что-то было. На здоровье. Всегда на здоровье. Вопросы еще есть? Что-то непонятно, что-то еще хотите? Спросить, узнать. Ого, я сегодня с вами больше часа уже. В банке хорошая вода. У всех по-разному. Да на здоровье. Я так поняла, у матросов нет вопросов. Ну и напоминаю тогда, можно спокойки. 13 числа, 20 по Москве, энергосессия некротика, 500 рублей. Все. Завтра девочки напишут и разошлют рассылка. В записи все работает, энергии в записи работают. Причем даже лучше. Я как-то включила, ну, посмотреть, как что происходит, да, запись. Не помню, еще только в самом начале, когда начала по интернету работать, включила, и меня так ха, и придавила, и размазала по креслу. Почему нет? Не только при практике. Но вот эта вот вода... Смотрите, я говорю, лучше умыться сегодня. Умыться и ополоснуться, и побрызгать пространство. Купол пусть так, да, она, все там пусть так остается. Сколько будут работать, там я не знаю сколько. А у нас, ну, то, что вот мы на себя открывали, в общем, минут 30. На здоровье. Побрызгала водичку, свежо устала. На здоровье. За здоровье. И я вас люблю, благодарю, всем пока, до новых встреч!